Пеку пирог манник. Быстро, вкусно. Делюсь с вами рецептом. 1 стакан манной крупы. Размешиваем с 1 стаканом молока. Оставляем набухнуть на 20 минут. Яйца взбиваем с сахаром до однородной массы на скорости 1 и 2 миксером. От 1 до 2 минут, не больше. Сахар на дне должен раствориться. Проверяем венчиком это. Далее берем сливочное масло 150 грамм. И его делаем вот таким жидким. Я это делала в микроволновке на размораживании 1,5 минуты, чтобы оно приобрело вот такой жидкий цвет. После того, как вылили сливочное масло в нашу манку с молоком, добавляем в нее наши яйца с сахаром, которые мы взбили миксером, вот эти. И все хорошенько перемешиваем. Далее в нашу разворошенную вот эту однородную смесь, она должна быть жидковатой, такой у нас получится. Вот. Мы добавляем 1 чайную ложку разрыхлителя. Я беру вот такой, чайную ложку разрыхлителя. Также добавляем 1 капельку ванилина. Если берете жидкий, я вот беру жидкий ванилин. Вот он. Я беру 1 капельку вот из такого флакончика. Если берете ванилин, который порошком, то на кончике ножа его. И все это добавляем вот сюда, в нашу смесь. И тщательно размешиваем. Далее чашу мультиварки нашей смазываем сливочным маслом внутри. И обязательно присыпаем дно манной крупой. Ну, потом нашу вот эту смесь однородную вываливаем в чашу мультиварки и ставим на 1 час на режим выпечку. Далее на режиме выпечка 1 час печем наш пирожок. Вот режим. На выпечке 1 час. Все, ждем. Для присыпки моего тортика я использую вот орешки. Здесь 1,5 столовые ложки, наверное, в блендере их размельчу. Кокосовую стружку немного и сахарной пудрой припудрю. Ну вот, вуаля, как говорится, наш манник готов. Приятного аппетита!